Сан Холдинг основан в 1944 году, входит в десятку ведущих компаний Турции. Сегодня бизнес Бурусан Холдинг представлен в 5 областях: производство стали, дилерская деятельность, логистика, телекоммуникации и энергетика. Компания давно и успешно работает в Европе, на Ближнем Востоке, а также в странах СНГ. Бурусан Макина Казахстан – 13 лет дилер компании мирового бренда Caterpillar. Мы представлены в 22 городах республики. Главный принцип в работе с клиентами – вся техника должна работать 24 часа в сутки и 365 дней в году. Для реализации этого принципа на практике Бурусан Макина Казахстан не только продает технику, но и обеспечивает ее постоянное сервисное обслуживание. Отработанные процессы и квалификация сотрудников позволяют обслуживать технику практически без остановки производственных процессов. Оснащение машин Caterpillar по последнему слову науки и техники позволяет контролировать работу оборудования, производить диагностику и устранять неполадки в максимально короткое время. Среди заказчиков компании Бурусан Макина Казахстан – предприятия горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, а также большинство строительных и сельскохозяйственных компаний. Каждому клиенту мы предлагаем полный комплекс услуг – от консультации по выбору техники с учетом особенностей производства до круглосуточного ее обслуживания в период эксплуатации. Наша компания с техникой Caterpillar работает 7 лет. На Copper Technology, именно на горных работах, насчитывается у нас сегодня 54 единицы техники именно Caterpillar-овской. У нас сегодня действуют 3 контракта, по которым мы работаем. Первый и для нас очень немаловажный контракт – это сервисное обслуживание. 26 человек, именно слесарей, находятся на нашем проекте. То есть это 2 вахты по 13 человек каждый. Коэффициент технической готовности выдерживается в тех заданных параметрах, которые нас устраивают. От 80 до 90% ежемесячно. У нас еще есть 18 газопоршневых и энерговырабатывающих станций. Мощностью каждые 2 мегаватта. Причем ряд машин еще и производит утилизацию выхлопных газов, превращая их в тепловую энергию. Таким образом, у нас отапливаются все жилые городки, все фабрики. Электроэнергия, вырабатываемая этими машинами, она довольно-таки дешевая. 1 киловатт-час электроэнергии стоит у нас 6 тенге. Техника отличная, сервис великолепный. Наше сотрудничество с Бурусан Макина Казахстан началось в 2005 году. Налаженное за годы сотрудничество, взаимодействие с сервисной службой, которое позволяет нам поддерживать высокий уровень технической готовности, говорит о том, что те люди, которые работают на проекте Экибастуза, высококвалифицированные, знающие и очень грамотные специалисты. И на сегодняшний день, уже после 7 лет эксплуатации, коэффициент технической готовности составляет 0,9, что, в общем-то, является, я думаю, одним из самых высоких показателей на пространстве не только Казахстана, но и СНГ. Сказать о том, что есть что-то лучшее на рынке в части бульдозерной техники, вспомогательного оборудования, это, наверное, неправда. Но нет лучшего оборудования, чем то, что делает Caterpillar. В этом году подписан контракт о приобретении впервые в Казахстане 2 автосамосвалов 785C. Это машины емкостью кузова 150 метров кубических. Эти машины идеально подходят для тех условий, которые существуют на разъезде «Богатырь» и будут обеспечивать необходимый объем транспортировки угля в условиях развивающегося производства разъезда «Богатырь». Это
лаборатории работает более 50 единиц техники Caterpillar. Бульдозера, грейдера, автосамосвалы Caterpillar. По моей личной оценке это лучшее то, что есть на мировом рынке. Мы с 1 января начали работать по ММР-контракту. Все работы, начиная от техобслуживания до ремонта текущих, выполняется силами Парусан Макина. Оперативные решения вопросов, именно это тот шаг, который на сегодня мы говорим с Парусан Макина партнерство. В 2011 году Барусан Макина Казахстан запустила уникальный проект «Центр по восстановлению компонентов в Караганде CRC». Это самое крупное инвестиционное вложение группы «Барусан» в экономику Казахстана, не имеющее аналогов в странах СНГ. Одним из шагов больших «Барусан Макина», я бы сказал, это открытие CRC-центра в Караганде, что отвечает всем условиям, всем параметрам техническим Caterpillar'а. В прошлом году состоялось открытие завода по ремонту техники Caterpillar в городе Караганде. Мы еще раз убедились в том, что отношение Барусан Макина к развитию сервиса, поддержки и организации ремонтной базы в Казахстане самое-самое внимательное, что, я думаю, позволяет нам надеяться на сотрудничество в дальнейшем и поддерживать необходимый уровень технической готовности оборудования здесь. В CRC создана высокотехнологичная производственная линия для механообработки, монтажа и тестирования функциональной диагностики узлов и агрегатов. Наличие SOS-лаборатории для анализа проб масел позволяет экспертам CRC обнаружить повышенный износ механизма до появления серьезных проблем. CRC оснащен оборудованием для испытания двигателей, трансмиссии, гидравлических компонентов и топливных насосов, специальной площадкой для разбора и сборки гидравлических цилиндров. В вспомогательном цехе производится восстановление блоков и головок цилиндров клапанов. Теперь собственники техник Caterpillar могут значительно сократить расходы на приобретение новых узлов и агрегатов за счет получения компонентов с восстановленным ресурсом. До возврата на производство узлы и компоненты тестируются на специальных стендах при максимальной нагрузке. Центров подобного уровня в мире сегодня всего около 10. В 2013 году Барусан Макина Казахстан планирует перейти от ремонта отдельных узлов к восстановлению машин в целом. По оценке компании Caterpillar, CRC получил 5 звезд, высшую оценку качества. Барусан Макина Казахстан – ваш надежный партнер в горном деле.